сердце держит в своей власти нашу жизнь. Оно позволяет любить, смеяться и жить полной жизнью. Казанский федеральный университет, в частности, университетская клиника, регулярно проводит мероприятия самого разного характера. Неизменным в этом остается одно – встречи, дискуссии и мастер-классы, направленные на повышение квалификации специалистов, поиск новых методик и активное обсуждение и передачу опыта среди коллег. Кардиологический форум, который проходит второй раз, не исключение. Он ставит перед собой задачу обсудить современные подходы в лечении патологии сердца, а также применение в повседневной практике современных методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Само мероприятие проходило в форме непрерывных выступлений спикеров. Целевые специальности форума – кардиология, терапия, общая врачебная практика, функциональная диагностика, сердечно-сосудистая хирургия и скорая помощь. Про цели и ожидаемые результаты форума рассказал руководитель кардиологического направления униклиники Казанского федерального университета Гадель Камалов. Каждый год у нас есть какие-то особенные моменты, на которые мы должны обращать внимание. И мне очень приятно похвалиться тем, что сегодня у нас есть своя особенность. Это кардионкология, очень серьезная тема, проблема легочной гипертензии, которую будем обсуждать достаточно серьезно. Ну и, конечно же, конек нашего мероприятия – возможность доложить интересные клинические случаи, разобрать в кругу сообщества, потому что вопросы диагностики и лечения необычных заболеваний, это очень важно для нас. В числе лекторов и докладчиков научные работники кафедр медицинских вузов Республики Татарстан, а также приглашенные специалисты из других регионов. По словам участников, этот форум является необходимым инструментом для повышения уровня практикующих врачей в вопросах диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Ведь в настоящее время патологии самого важного человеческого органа до сих пор остаются одной из основных причин смертности в Российской Федерации. Применение в повседневной практике современной методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, принципов первичной и вторичной профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, направлено на улучшение прогноза пациентов с кардиоваскулярной патологией и позволит снизить сердечно-сосудистую смертность. Стало доброй традицией проводить конференцию, посвященную кардиологическим вопросам, конференцию, организованную КФУ. На протяжении уже последних нескольких лет она собирает как ведущих специалистов в области кардиологии республики, так и гостей нашего города, ведущих кардиологов страны, Российской Федерации. Но что самое главное, наверное, очень полезно для практических врачей, потому что у них времени, как правило, бывает не так много на освоение нового материала, а здесь в сжатой, в структурированной и очень доступной форме все преподносится для практических врачей. Организаторы отмечают, что профессиональное общение в рамках форума позволит получить много новой научной и практической информации. Поучиться у всемирно известных экспертов, обменяться мнениями с коллегами по самым актуальным проблемам современной медицины, регулярное его проведение будет содействовать дальнейшему прогрессу в развитии кардиологии, кардиохирургии и смежных дисциплин. Роман Аёшин, Кристина Отёкина, Аделина Абдрахманова, Николай Осуховский, Универ Новость.